Всем привет! 8 сентября на турецком телевидении состоится премьера 22 серии турецкого сериала «Жар-птицы». Новая серия расскажет нам о том, как Гюль-Аше и Барбарос были очень счастливы, ведь они женятся, и поздравлять их собрались самые близкие люди. Когда Барбарос назвал имя своего отца Джеляль, то узнает о том, что это настоящее имя Чатала. Барбарос был шокирован и не мог поверить, что в нем течет кровь Чатала. Али пытался привести в чувство Барбаросу, но он развернулся и ушел со своей собственной свадьбы. Гюль-Аше не может поверить в то, что Барбарос с ней так поступил, и сказала, что никогда его не простит. Неожиданно перед сиротами появился Кара, и они были очень удивлены тому, что он жив. Али сказал Каре: «Держись подальше от Гюль-Аше». Кара поинтересовался, неужели Али боится, что Гюль-Аше узнает, кто убил ее мать. Затем Кара показал видеозапись, которая потрясла Гюль-Аше и стал для нее большим ударом. Прошло время, и для Гюль-Аше наступает важный день. Она выходит замуж за Кара Болота. Барбароса поспешил на это торжество, чтобы сорвать его. Когда Гюль-Аше дала свое согласие на этот брак, то неожиданно появился Барбарос и сказал, что этого не будет. Затем он сказал Гюль-Аше, чтобы она встала с этого стола. Кара очень недоволен таким поведением и появлением Барбаросы. Он набросился на него, и между мужчинами завязалась драка. Барбарос подошел к Гюль-Аше и, схватив ее за руку, сказал, что они уходят. Гюль-Аше вырвала свою руку из рук Барбаросы и напомнила, что она Лара Эйюбоглу. Затем она посмотрела в глаза Барбаросу и сказала, чтобы он убирался прочь с ее дома. Следите за анонсами ваших любимых турецких сериалов вместе с нами. Подпишитесь на наш канал и не забывайте ставить лайки.